Документ стал резонансным еще на стадии обсуждения, ведь до сих пор рядовые правоведы практики не решались подступиться ко многим вещам, о которых говорится в постановлении. Можно ли скопировать симпатичную девушку в соцсети и поделиться ее улыбкой с друзьями? Как поясняет Верховный суд, даже если человек сам разместил свою фотографию в общем доступе в сети, это еще не дает нам права делать с фото, что захотим. Надо спросить разрешение. Впрочем, в некоторых случаях разрешение предполагается по умолчанию. Например, если социальная сеть имеет функцию поделиться изображением. Размещение там фотографии может трактоваться судом как согласие на ее перепост другими пользователями. А участник коллективного фотоснимка сможет использовать это изображение по своему усмотрению без получения согласия от соседей по фото. При этом есть два условия. Если другие прямо не запретили использование или если изображение не содержит информацию о частной жизни других лиц. Согласие на использование изображения не требуется, если гражданин является публичной фигурой. Но все же есть важная оговорка. Правило «бери без спросу» действует, если обнародование и использование изображения осуществляется в связи с политической или общественной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно значимым.